Места. Те, кто вышел, давайте попросим их вернуться в зал, чтобы все успели сесть на место, а то будет как с горячей картошкой, придется вот отсюда брать себе кресло и не садиться. Кто успел, тот и сел. А тем временем я буду объявлять уже ансамбль, который сидит в нашем занимание мест. Да? В зале ансамбль называется «Счастливое избавление». Это очень философски, мне кажется. Итак, состав ансамбля. Спиридонова, Таисия, клавишные инструменты. Зуева, Доминика, электрогитара. Лазарев, Михаил, электрогитара. Голубев, Василий, бас-гитара. Соловьев, Иванов, перкуссия. Смирнов, Федор, ударные инструменты. И наш специальный гость Константин Бойцов на саксофоне сегодня. Первая композиция Боба Хатчерсона называется... Я правильно произнесла, ребята? Так и называется. Юмахх. Итак, ваши аплодисменты. И юмахх появляется. Thank you.
Представляете, я забыла, что я веду, так заслушалась, ребят. И они сыграют еще вторую композицию композитора Matters, который Matters, да, который назвал свою композицию Sissy Strut. Такие сложные названия, господа. Эти аплодисменты моему произношению, это очень сложно сказать, особенно Дима Хохма. Лихачев Иван, электрогитара. Третьякова Василиса, бас-гитара.